В областном центре открыли памятную доску известному ярославскому мастеру по керамике Алексею Егорову. Табличку разместили на стене Богоявленского храма в центре Ярославля. Она исполнена в виде изразца, как основного вида деятельности реставратора. Под его рукой преобразились практически все храмы города и святыни других регионов, в том числе Московский Кремль. В 60-е Егоров создал в Ярославле крупнейшую и единственную школу реставрации изразцов в нашей стране. Мастера выработал особую технологию восстановления, однако держал ее в секрете и посвящал только лучших учеников. Не стало художника в 1992-м. Миллионы сравнений были привлечены, все научные институты, в том числе московские, там, всесоюзные, международные. Все говорили в одном, что изразцы, которые делал Егоров, нельзя было отличить никогда и до сих пор от оригинала.